Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Мы хотим рассказать вам сегодня о насосной станции торговой марки «Педрола» производства «Италия». Здесь мы представим вашему вниманию насосную станцию GSRM-2A на 24 литра. Это одна из самых ходовых насосной станций на сегодняшний день. Сегодня у нас июль месяц, 21 число. В принципе, данная позиция является ходовой, разбирается очень быстро. Хотим вот показать вам, как она выглядит, чего состоит и какие ее характеристики. Состоит насосная станция у нас с насоса и гидроаккумулятора. Также имеется автоматика, которая управляет автоматической подачей воды при открытии и закрытии крана. Полностью готовая установка, вам нужно всего лишь подключить вход и выход и запустить. То есть залить насосную часть и запускайте насосную станцию, то есть она готова к работе. Всасывание идет данной станции с 9-8 метров, она поднимает, используется для скважин, устанавливается в приямках, в подвальных помещениях, просто в помещениях, то есть, ну, должна быть защищена от атмосферных осадков. По мощности GSRM-2A данный насос на 1,1 кВт, значит, он может поднимать до, значит, напор у него максимальный 56 метров, это почти 5,5 атмосфер, и производительность 5-70 литров в минуту. То есть очень довольно-таки высокопроизводительный насос. Для бытового использования в основном применяется. В комплект поставки входит вилка стандартная на 220 вольт. Идет реле, автоматика итальянская, также Италтехника, механическая. ПМ5 регулируется, если нужно, можно выставлять нижний уровень и верхний уровень по давлению. Ну и манометр, который показывает, какое давление у вас находится на данный момент в системе водоснабжения. Имеется пятерничок, который соединяет в себе манометр, пятерник, реле и насос, антивибрационный шланг гидроаккумулятора и сам гидроаккумулятор. В бачке у нас также имеется пищевая груша ГПДМ. Она, значит, производство также Италия, СЭФА. Собраны насосы и с баками совсем полностью. Это заводская сборка, не кустарная, поставляются в упаковках. Все приходит оригинальное, поэтому если вы хотите заказать оригинальную продукцию, обращайтесь в нашу компанию. Можем поближе посмотреть, как выглядит, что здесь у нас. Значит, вот такой вот шильдик. Везде идут бренд Педрола, оттиск Педрола, то, что произведено в Италии. Так вот выглядит темно-синий, очень хорошая покраска. Значит, нержавейка. Вход и выход у нас по трубке идут 1 дюйм, 25 мм. Здесь имеется винт для залива воды в насосную камеру и винт для слива воды. Если мы хотим демонтировать станцию, сливаем воду здесь. Внутри установлены рабочие колеса, изготовлены снарила. Вал у нас нержавейка, подшипники керамографит. То есть очень хорошая, качественная насосная станция, которая стоит в районе там, 5,5 тысяч гривен на сегодняшний день. В принципе, сравнивается с другими китайскими производителями, возможно, процентов на 20 дороже, но прослужит процентов на 100 дольше. Поэтому рекомендуем и данную торговую марку Педрола. Вот. И, конечно же, оригинальную продукцию. Есть паспорт, гарантия 1 год, есть сервисные центры. Поэтому, если вы нуждаетесь в насосной станции, мы рекомендуем торговую марку Педрола. Заказывайте нашей компании по телефону 044-530-38. Ну и, конечно же, не забывайте, у нас всегда действует промокод на скидку. На нашем сайте насос 2020 вводите при покупке. Когда бросаете в корзину товар, вводите промокод, получаете свою индивидуальную скидку. Если возникли вопросы, звоните нашим менеджерам 530-38.